Генеральный спонсор программы – кондитерская фабрика «Красный пищевик». Светский раут. Красавицы впервые за несколько месяцев подготовки вышли в свет, познакомились с большими людьми и представили себя во всей красе. Живая классическая музыка, игристое вино в бокалах и невероятно шикарные образы наших красавиц. Прием в гостинично-ресторанном комплексе «Тимьян» проходит на высоте. Некоторым красавицам раут такого уровня не в новинку. Девушки на заднем плане уже улыбаются и машут. По-моему, мероприятие им действительно по душе. Девушки, скажите, первый раз на таком мероприятии? Да, конечно. Чего ожидали? Действительно оправдались вы, ваши надежды? Ну, ожидали, да, обстановку, в принципе, такой же, да. Все то, что было здесь, вот и сейчас происходит, обстановку мы, конечно, ожидали здесь такую активную, то, что все будут общительные, вот так. Все равно было страшно. Уже были мероприятия, тут была свадебная презентация в Тимьяне, и я была как участница, это... Ну, для меня это не впервой. То есть ты не волновалась, ты знала, какой образ должен быть на подобном виде? Да, я уже знала, мы уже... Ну, как-то оно сразу чувствуется характер мероприятия, и чувствуется, что одевать и как себя вести. Наталья, ты в первый раз? Я да, но... Я не знаю, я всегда это представляла себе именно так, и как бы какой-то образ самого мероприятия уже нам знаком, где-то в фантазиях, мы всегда мечтали на таком побывать. Вот мечты сбываются. Я рада. Мечты сбываются, и, по-моему, сбылась мечта и у меня. Я уже мисс Бобруйск. И это не шутка. Ведущую меня признали за одну из финалисток. Я не против. Принимаю вместе с наградой и приятные, но несколько сомнительные комплименты. Своим шикарным макияжем сегодня я обязана вот этому человеку. Наталья, спасибо вам огромное. Расскажите, как вам мероприятие, как вам конкурс? Конкурс, который будет... после или конкурс, который уже сейчас, прошел. Который уже проходит, да, мисс Бобруйск, вы непосредственно принимаете участие, готовите девушек также? Ну, в общем, каждая девушка отлична своими особенностями, своими, ну, кто-то ростом, кто-то длиной волос, кому-то хочется подсобрать образ более полный, кто-то от природы уже задался своими чарами, очарованиями и очаровывает с первого взгляда, кому-то нужно подсказать. Вот, ну, в общем, работа предстоит немалая. Дай бог, мы справимся. Пока красавицы осваиваются в высшем обществе, мы общаемся с гостями вечером. Павел рвется взять у меня интервью, но будет спросить, наоборот. Как вы шикарно просто похудели? И вот такая вот замечательная физическая подготовка. Да, абсолютно верно. Потому что мне тоже нужно взять уроки, потому что мой пиджачок уже не сходится. Я вам дам телефончик тренера обязательно. Но шутки в сторону. Павел Ходжаев в восторге от всех красавиц этого вечера. Выбрать самую не удается. Расскажите, блондинка, брюнетка или рыжая? Вот это вот страшный вопрос трио. Я даже посмотрю... Блондинка вот стоит, да, вон брюнетка, вон рыжая. Даже вот так вот удачно вот подобраны участницы, что очень сложно выбрать и кого-то обидеть. Но я скажу простыми словами. Джентльмены предпочитают блондинок. Ну а пока мужчины окружают себя красотой, девушки обсуждают планы насущные. Все-таки так по секрету дружите между собой или как-то группками? Да. Нет, конечно, все вместе. Покажи. Каблуки не подпиливаем, да, ничего? Нет, платье не портим, перед в глаза не сыпаем, все. За день до конкурса. Посмотрим, что будет на финале. Дружелюбная, а потом... Направляемся к тем, благодаря кому этот конкурс проводится. Андрей Коваленко уверяет, 1 июля будет шоу высшего уровня. А девушек лишь один вопрос, какой будет корона? Корона вообще-то будет одна, потому что королева будет одна. А две, это будет первая и вторая мисс, это будут диадемы. Да, изготавливаются они нашими руками наших мастеров города Бобруйска. Вы знаете, что у нас есть достойные ювелиры, и они этим занимаются. Ну, сколько она будет стоить? Это, вы знаете, тяжело сегодня еще пока ответить. Но, по крайней мере, я могу сказать, что она будет достойно выглядеть. Пока на сегодня мы и не проговаривали основной ценовой фактор в этой части. Можно любой бриллиант сделать с подделкой так, что его ничем не отличишь. Главное, как он будет выглядеть и как он будет преподнесен.
Генеральный спонсор программы – кондитерская фабрика «Красный пищевик». Оплатить ювелирную красоту пообещал «Красный пищевик». Андрей Нюховский добавил, на этом самое сладкое предприятие не остановится. У девушек есть шанс стать еще и лицом новой продукции завода. А у меня вопрос дня. Как по-вашему, блондинка, брюнетка, рыжая, кто должен стать лучшей? Ну, я не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, что совокупность всех женских качеств должна повлиять на победителя. Того, кто станет победителем. Наши красавицы уже рассредоточились по территории комплекса. Кто-то не выпускает из рук телефон и делает селфи, кто-то наслаждается обстановкой и просто отдыхает в тени. Вечеринка проходит всего час, а девушки некоторые уже устали от высоких каблуков и узких платьев, поэтому самое время немножко присесть и пообщаться. Воспользуюсь этой возможностью и я. Для красавиц главный вопрос: почему именно ты должна стать королевой красоты? Я достойна стать прежде всего потому, что я бобруч. Мисс Бобруйск, я бобручанка, я родилась здесь, живу, работаю, и в принципе я считаю, что я обладаю хорошим достаточно набором, таким интересным, которым багажом, которым я могла бы вот мой бы титул, да, например, очень хорошо бы вписался в мой багаж. О каком багаже идет речь, не поняла даже я. Ну ладно, идем дальше. Если учитывать старания, то я много вкладываюсь, хожу постоянно, стараюсь не пропускать. Вот сейчас больная пришла сюда. Ну, если из-за стараний, то возможно. Удивительно, но среди наших конкурсанток есть одна Настя. Очень интересная девушка, которая совершенно не стремится обладать короной. Ей интересно просто участвовать в конкурсе. Сейчас увидим. Настя, почему именно участие, не корона? Вообще, я придерживаюсь такого мнения, что главное процесс, а не результат. Поэтому я стараюсь от каждого своего действия, от каждого мероприятия, в котором я участвую, либо события, получать максимум удовольствия. У тебя очень интересное увлечение, расскажи. Немногие знают, что это такое, я не буду раскрывать секрет, пусть это расскажет человек, который этим занимается постоянно, да, насколько я поняла? Ну, да, но немножко там, конечно, информацию обо мне чуть-чуть подправили. Не все свободное время я там провожу. Я, в принципе, посещаю тренажерный зал. Расскажи, расскажи. Решила я заняться полденс. Это вообще была моя мечта. Что такое полденс? Это танец на шесте с различными спортивными элементами. Но, по большей части, нас обучают это экзотик направление. Это еще интереснее. Движения более плавные, то есть, ну, не присутствует такой тяжелый спортивный элемент, но хотя все равно сложно. В лучах заходящего солнца девушки обворожительные. Фотографы пытаются запечатлеть в лучшем ракурсе каждую. А мы охотимся за теми, кто бежит от камер. Сейчас мы познакомимся с девушкой, которая наверняка знает, как правильно сделать прививку. Настя, здравствуй. Как тебе наше мероприятие? Девушка отказывается отвечать на простые вопросы, но мы настойчивы. Экзаменуем медика. Расскажи мне, где находится аппендикс? Аппендикс? Мне показать? Можешь показать. С правой стороны. Ну, я сейчас... Все, я не буду больше, можно? Уже сегодня вы можете отдать свой голос за одну из финалисток на сайте Bobr Life. Внимание! Голосовать можно только один раз с одного IP-адреса и только за одну претендентку. Именно ваши голоса и определят обладательницу звания «Мисс зрительских симпатий». Смотрите, думайте и голосуйте. До финала 3 недели. Генеральный спонсор программы – кондитерская фабрика «Красный пищевик».